Призываю вас подписываться на канал DeadP47 Highlights. Давайте доведем его до косаря подписчиков, потому что это достаточно важно. Не забывайте ставить лайк. Каждый ваш лайк — это хуй в жопу айтипедии. В смысле, Battlefield 2042 работает? Battlefield 2042 работает? Ты не шутишь? Battlefield 2042 работает? Не, это возможно, ты шутишь. Возможно, ты шутишь. Не может. Battlefield 2042 не может сейчас работать. Он же не работал до этого. Давайте посмотрим, что добавили в новом сезоне. Давайте посмотрим, что добавили в новом сезоне Battlefield 2042. У меня же есть Ultimate Edition, у меня все Battle Pass'ы. Сейчас посмотрим на весь эксклюзивный контент, новая карта. Давайте, я запускаю Battlefield 2042, мне похуй. Окей, новый сезон, первый сезон, у меня есть Battle Pass. Сейчас используем все эксклюзивные предметы из Battle Pass'а. Один день без Battlefield 2042, я умер. Пошла ёбка. Там карта новая, пацаны, вы не слышали? Там новая карта, у меня почему-то разрешение встало 240p. Это интересно. Так, погодите, я поставлю нормально. Так, все, мы внутри. Мы внутри. Да тебе свет включу. Окей, Battlefield 2042. Давайте зайдем на новую карту и посмотрим, что там происходит. Буна, я вовремя и готов. Погодите, у меня на него есть скин, чтобы он не выглядел так мерзко. Требуется боевой пропуск премиум? Че? Погодите. Так, погодите, боевой пропуск у меня он есть. Вот, написано есть, выбрать. У меня есть скин на ангела, у меня есть Battle Pass, у меня премиум активен. $7000. Ну, может быть, зайдет в катку хотя бы один раз. Нет, скин не выбрался. Окей, есть отдельный плейлист с новой картой. Давайте все-таки поиграем на ней. Отдельный плейлист, дорогие друзья. О, нашло катку! О, сейчас порубаем! О, да, поехали! Поехали. Сейчас посмотрим. Не, я чисто хочу новую карту посмотреть. Во сколько конфа начинается? 21:00. Так, мы нашли катку, пацаны. Это хорошо. Так. Сейчас реально начнется вот, ну вот. Сейчас будет реально круто. Разблокировка наград. Ой, какие-то награды разблокировал. Буна, я вовремя и готов. Че? У меня шумоподавление отключилось. Не, это ноутбук начал гудеть. Сори, это никак не исправить. Потерпите, мы скоро выйдем из игры, и тогда гудеть перестанет. Ща. Это просто ноутбук гудит, с этим ничего не сделаешь. Потерпите немного, потом нормально станет, я думаю. Не, минималки поставил, сейчас точно запустится.
Буна, я вовремя и готов! Давайте попробуем другой режим. О, калейдоскоп, они же вроде как-то поменяли карту в первом сезоне. Там вроде бы какие-то контейнеры добавили, ну реально круто должно быть. Я смотрел видосы от разработчиков, сейчас посмотрим, как карту изменили. Это будет действительно круто, я уверен в этом, это будет замечательно. И я очень хочу посмотреть карту калейдоскоп. Я смог загрузиться на карту. Удерживайте свои цели, бойцы. Если потеряем этот сектор, бой не завершится, но русские должны поплатиться за каждый метр. Срочно мнение о новой лорной войне. Новая лорная война? Ну не знаю, я и первую-то не видел, а новая... Ну как тебе сказать? Как по мне... такое. Я пока всей базы не знаю, поэтому не могу сказать. Ладно, это... Окей, давайте последняя попытка зайти на новую карту и выходим. А, они поменяют эту карту в августе, понял. То есть, чтобы на контейнер на карту накидать, это ну реально много работы, согласен. Буна, я вовремя и готов. Ты же меня заебал. Но это первый сезон, давайте боевой пропуск посмотрим. Смотрите, боевой пропуск, вот у меня награда. У меня вот уже сразу боевой пропуск, когда покупаешь, у тебя награда есть. Вот смотрите, я сейчас могу ее... Ладно. Ну, смотрите, какие скины дают. Ну, реально круто. Это просто пиксельный камуфляж. Это нам, получается, на военных сборах тоже крутые скины давали. Я вовремя и готов. Возможно, сейчас получится зайти на карту. Я слышу какие-то звуки. Возможно, идет бой. Я на новую карту попал. Благодаря обвалу в канадских скалистых горах мы рассмотрели объект Black Ridge. И то, что мы увидели, прямая угроза. Это оружие использовано... Там прямая угроза. Там прямая угроза, пацаны. Срочное задание. Срочное задание. Другими войсками России захватите все секторы объекта. Там срочное задание, пацаны, там срочное задание. Нельзя отвлекаться. Сейчас, подожди, катка начнется и начнется ахуй. Я даже записывать геймплей буду. Нифига красота. О, я сразу на машинке резнулся, поехали. Машинка момент. Представьте, сколько бежать бы пришлось, если бы у меня не было машинки. Эй, what happened? Мы атакуем цель Foxtrot 2. Теперь цель Foxtrot 2 принадлежит нам. Будьте бдительны. Будьте осторожны. Мы проследим за боем. Они полностью захватили сектор Альфа. Окей, ну теперь начинается настоящий геймплей. Поехали. Погнали. Сейчас начинается настоящий геймплей. Поехали. Мне уже нравится эта карта, она неплохая. Ну да, фризит немножко игра. Сектор Эхо под нашим контролем. Так, давайте вот здесь тут же есть какая-то закрытая часть локации. О, наши с кем-то стреляются. Пошли им поможем.
Так, 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 так. Вот, вот, тут говорят, вот этот туннель, это реально круто. Туннель — это база, говорят. Новый геймплей вообще офигенный. Так нравится? Ой, еще и танк наш подъехал. Круто. Не, ну мы в туннеле, мы в туннеле. Нормально, нормально, нормально. Сойдет. Найс пролаг. И никого не вижу. Не, это ноутбучная 3080, пацаны, не удивляйтесь. Но она еще и стрим тащит, и я еще геймплей записываю. То есть, ну, это не удивительно, это не удивительно. Осталось всего несколько секторов. Мы контролируем большую часть. Ну, кстати, с колдой вообще подобных проблем не было. Опишите обстановку. Противники никак не могут укрепиться. Мы захватываем цели. Перезаряжаю! Ладно, окей, я врубаю это говно. Сори, пацаны. Сори, это было ущербно.